этого проекта «Материнство в Кабе». Я благодарю медицинский центр «Диамед». Они у нас помогли нам стартовать. Сегодня мы стартуем наш проект. Я вас всех приглашаю. У нас есть фотозона. Кто желает, могу всех пофотографировать. Остальные вы можете записаться на очередь. Я вас всех обзвоню, приглашу, скажу место и время вам назначу, и вы можете все принять участие в проекте «Материнство в Кабе». Ну, мы все знаем, да, что сейчас фотосессия будущих мамочек стоит от 2000 и выше, да, и сейчас такая возможность есть замечательная, я не знаю, уникальная, наверное, возможность провести бесплатную фотосессию. Конечно, сейчас все устали, да, конечно, настроение немножечко, ну, не для фотосессии, условно говоря, поэтому подходите, не упустите эту возможность уникальную, всего 150 женщин будет возможность, да, запечатлеть в этом положении такого характерного. Поэтому, да, не упустите возможность, записывайтесь, а мы уже, ну, в свою очередь, этот проект с удовольствием поддерживаем. Вот. Еще у нас